968 год. Не прошло еще и 100 лет со смерти первого правителя Руси, князя Рюрика, а его внуку, киевскому князю Святославу, исполнилось всего 24 года. Молодая русская держава только начала формироваться, но уже была вынуждена с оружием отстаивать свое право на существование. Ее могущественные соседи имели многовековой опыт государственного устройства и ведения войн. Соседи имели богатство и армии. Они были искушены в дипломатии и политических интригах. А русский князь пока мог полагаться лишь на свою верную дружину и собственную решимость. Решимость не дрогнуть и вступить в битву с мощнейшим государством – Византийской империей. Двадцать лет назад отец Святослава, князь Игорь, пришел за данью в землю славянского племени древлян, которые подчинялись Киеву. Собрав положенное, Игорь уже направлялся в Киев. Но его воины захотели получить от древлян дополнительную дань. Киевский князь согласился возвратиться. Древляне, возмущенные чрезмерными поборами, взбунтовались. Игоря и его дружинников схватили и жестоко казнили. Горестную весть жене Игоря, княгине Ольге, принес воевода Свенельд. И тогда Ольга, оставшаяся без мужа, с маленьким сыном на руках, показала свой решительный и твердый характер и древлянам, и киевским жителям. Она хитростью заманила в Киев древлянских старейшин и жестоко убила их. После этого княжеское войско подошло к стенам из Скоростеня, столицы древлян. Княгиня хотела показать, что, несмотря на смерть мужа, Русь не осталась без князя, поэтому решающий бой с древлянами должен начать ее маленький сын Святослав. Воевода Свенельд был с ней согласен и сам вложил копье в руку Святослава. Княжичу уже исполнилось 4 года. Пора. Скоростень был уничтожен. Множество жителей погибли, остальные взяты в плен. Беспощадная расправа над убийцами отца навсегда впечаталась в память малолетнего Святослава и во многом определила его характер. А пока он подрастал, княгиня Ольга при поддержке дружины и бояр правила Русью. Вскоре она показала, что может вершить власть не только силой. Чтобы история с бунтом не повторилась, Ольга приняла ряд новых правил. Определила места и время сбора дани, а также ее точные размеры. Но управление землями Киевского княжества требовало не только разумных законов.
Свое государство нужно было защищать, а по возможности и расширять. Для этого мало выпускать и исполнять княжеские указы. Безопасность княжества зависела от силы его войска. А главным средством укрепления государственной мощи в ту пору была война. Воевода Свинельд давно наблюдал за Святославом. Быстрый, ловкий, выносливый. Ради победы готовый рискнуть. Таким и должен быть русский воин, тем более князь. Свинельду нравилось, что тот растет воином. Обычаи их порой суровы, но они дают Киеву настоящих бойцов. И юноше эта наука не во вред. Молодой князь уже ходил в походы и добился уважения своих собратьев. Довольствовался, как и все, малым. В дорогу варяги не брали с собой лишнего. Мясо жарили на углях и спали прямо под открытым небом. Их жизнь – война, а убьют – не беда. Для того и живет варяг, чтобы погибнуть с мечом в руках. Варяги. Выходцы из скандинавских земель. Появление их на Руси летописи относят к IX веку. Некоторые историки считают, что они принесли нашим землям само название – Русь. Их правители основали первую княжескую, а затем и царскую династии Рюриковичей. Однако предпосылки зарождения древнерусского государства были еще до призвания варягов. Некоторые специалисты полагают, что варяги были приглашены в качестве наемников на условиях взаимовыгодного компромисса со славянскими племенами. Они выполняли в том числе роль охраны торгового пути из варяг в греки и быстро ассимилировались со славянским населением. Ядро войска, дружина, становилось уже не варяжским, а русским. К войне на Руси готовили с малолетства. Отбирали лишь крепких и здоровых мальчиков и отдавали в обучение наставникам. Здесь мужали варяжские, а позже и славянские дети. Здесь растили воинов. Учили выносливости и владению оружием, взаимовыручки и верности. Развивали в них силу и быстроту реакции. Выросшие вместе, юноши становились единой семьей. Они и составляли дружину, главную силу русского войска, ближайших советников князя, связанных с ним узами дружбы, боевое братство, живущее войной и набегами. Дружиной называлась отборная часть княжеского войска. В нее входили воины, лично подчинявшиеся князю. Они также имели право сидеть с ним за одним столом. В крупных военных походах, кроме дружины, принимало участие местное ополчение, собиравшееся из подвластных князю племен и войска наемников. Но ядром войска, его гвардией, являлись варяги. Их могло быть всего несколько сотен, но это было мощное отборное воинство. Бесстрашные и безжалостные бойцы пошли бы за своим князем хоть на край света. Вооружение русского ратника состояло из копья, боевого топора, длинного ножа, а также лука со стрелами. Но главную гордость воина составлял его меч. Защитой для воина служили шлем, щит и кольчуга. Варяжский шлем имел полукруглую форму и прикрывал часть лица. Щиты были деревянные и обтягивались кожей. Кольчуга представляла из себя стальную рубаху, набранную из колец, и прикрывала тело воина до колен. Изготовление шлема, кольчуги, меча требовало от кузнецов большого искусства. Лучшие клинки привозили из Европы, и позволить их себе могли только князь или богатые дружинники.
Сражалась дружина в пешем строю. Конница в русском войске X века практически отсутствовала. Основным средством транспорта при дальних переходах были ладьи. Они передвигались под парусом или с помощью весел и имели прекрасные ходовые качества и на реке, и на море. Чтобы перейти из одного водоема в другой, дружинники попросту перетаскивали корабли по суше. Ладьи в длину доходили до 20-30 метров и вмещали несколько десятков человек. Порой в большие походы от киевских берегов уходили сотни таких кораблей. Почти 20 лет прошло с того дня, когда маленький Святослав под Искоростенем впервые бросил свое копье во врага. Сейчас перед княгиней Ольгой сидел могучий воин и спорил с матерью. Они во многом не сходились. Святослав и слышать не хотел о той новой вере, в которую обратилась его мать. Средневековое язычество не могло принять евангельских заповедей о смирении, великодушии, прощении. Византийская православная вера для воина-язычника была непостижима и чужда. То ли дело язычество. В его традициях и обрядах отражался весь смысл жизни варяга – борьба, сила, пролитая кровь, уничтоженный враг. Жизнь для воина-язычника – это война, а награда ему – власть, слава и сила его державы. Вот и теперь Святослав готовил новый поход. Его путь лежал на Волгу, где в то время господствовали хазары. Хазары – народ тюркского происхождения. К X веку создали мощное государство – Хазарский Каганат, которое протянулось от Прикаспийских и Причерноморских степей до Северного Кавказа и Крыма. Через Каганат проходил Великий Волжский торговый путь, по которому купеческие караваны проходили из Индии и Азии на Балтику и далее в Европу. Кроме того, это был основной путь, по которому в Европу поступало индийское и арабское серебро, необходимое для чеканки монет. Сбор торговых пошлин приносил хазарам колоссальные доходы, и Каганат считался одним из богатейших государств того времени. Киевские князья мечтали получить контроль над восточной торговлей, но для этого надо было одолеть хазар. В свое время отцу Святослава Игорю это не удалось. И теперь, войдя в зрелые лета, Святослав решил испробовать свою воинскую удачу. Вместо того, чтобы двинуть дружину прямо на хазар, он совершил обходной маневр через Аку. Там жили вятичи. Еще одно славянское племя, которое платило дань хазарскому каганату. Святослав подчинил вятичей Киеву, а затем направил свое войско на юг. Дружинники Святослава вышли к Волге, спустились на ладьях вниз по реке и застали противника врасплох. Те не ожидали, что русские придут с севера. Святослав мощным ударом уничтожил их столицу Итиль. Вскоре хазарское государство перестало существовать. Князь с воинами двинулся на Дон, к хазарской крепости Саркел, и взял ее в осаду. Голод вынудил ее защитников сдаться. И хазарский Саркел стал русской крепостью Белая Вежа. Русские владения расширились на восток. Поток товаров, ранее шедший через Волгу, теперь все больше направлялся по Днепру через Киев.
Русь начала стремительно богатеть. Росли новые города и крепости, князь усиливал свое войско, увеличив число дружины. Все это вызывало тревогу у ближайших соседей. Особенно пристально за укреплением Руси следили в Византийской империи, самой могущественной державе той эпохи. Тем временем в Византии происходили события, резко изменившие и судьбу русского князя, и весь ход истории. Восточная Римская империя, известная также как Византия, возникла в IV веке после разделения Римской империи на две части. Просуществовала до 1453 года. В период своего расцвета владела землями на Балканах, в Малой Азии, Крыму, Северной Африке, островах Средиземноморья и в Италии. Столицей империи был Константинополь, или Царьград, как его называли на Руси. Ее правитель именовался Басилевсом, а себя жители империи называли ромеями, то есть римлянами. Одним из ближайших соседей Византии было Болгарское царство, с которым империя уже много лет не могла поделить Балканы. В 967 году когда Святослав завершил разгром хазарского каганата, между Византией и Болгарией разгорелся очередной конфликт. Император Никифор Фока не имел достаточно сил, чтобы противостоять болгарам. К тому же его армия уже не раз терпела поражение в горных теснинах Болгарии, и Никифор не желал рисковать своим войском. Император решил стравить между собой своих врагов. По его замыслу, воевать с Болгарией должна была Русь, которая заметно усилилась при Святославе. В Киев отправился византийский посланник. Свинельду он сразу не понравился. Посланник Басилевса Калакир прибыл с золотом. 15 кентинариев желтых монет. Это 455 килограммов. Что-то уж больно щедро. Калакир уговаривал киевского князя идти на болгар и покорить их для византийского императора. В случае победы обещал крупную дань. Святослав взял время для раздумий. Для него было важным не только золото. Болгария могла стать новым торговым путем в Европу, куда более коротким, чем нынешний через Днепр и Балтику. Это обещало Руси новое богатство и влияние. Княгиня Ольга убеждала сына заботиться о своем княжестве, обустраивать завоеванные земли на востоке, а не искать новой добычи. «Князь — это правитель, а не наемник», — говорила она сыну. Хочешь стать Басилевсом, построй свой Царьград в Киеве. Святослав собрал воевод. Блеск золотых монет и желание новой славы решили исход спора. Мнение дружинников, которые и были для князя настоящей семьей, перевесило и доводы матери, и опасения Свинельда. На следующий день Святослав позвал Калакира, дал согласие на вступление в войну и начал собирать войско. У князя был свой продуманный план, который он не хотел раскрывать раньше времени. В лесах под Киевом рубили деревья, корабельные мастера строили новые ладьи, ковалось оружие для ополчения. Наконец весла опустились на воду, и десятки парусов распустились над Днепром. Русь шла на Болгарию. Для болгарского царя Петра появление войска Святослава стало полной неожиданностью. Летописец рассказывал о тех днях коротко. «Пошел Святослав на Дунай, на Болгар. И бились обе стороны. Одолел Святослав болгар и взял городов их 80 по Дунаю и сел княжить там, в Переяславце.
Царь Петр отрекся от престола, ушел в монастырь и вскоре умер. Место на троне занял его сын Борис II, который так и не стал самостоятельной политической фигурой. Святослав отмечал триумф своей дружины непрерывными пирами. Однако радость русских воинов была омрачена страшным известием. Киев осадили печенеги. Печенеги – союз кочевых племен из приоральских степей. Двигаясь на запад, печенеги разоряли и уничтожали земледельческие районы, подчиняли себе местное население и к середине X века занимали обширные земли от Венгрии до западного Казахстана. Ольга послала к сыну гонца, но понимала, что к столице он прибудет лишь через несколько месяцев. Тем временем печенеги не спешили штурмовать хорошо укрепленный Киев. Незваные гости терпеливо ждали, пока в городе закончится продовольствие. Ждали, пока голодные жители, доведенные до отчаяния, сами не откроют ворота. План печенегов почти сработал, когда горожане увидели со стен, что вдали на Днепре появились русские ладьи. Корабли не спешили к городу, и воины на них явно не знали о беде, постигшей Киев. Требовалось срочно направить к ним гонца и попросить о помощи. Но как выбраться незаметным из окруженного врагами города? История хранит предание о том, что спасти Киев вызвался молодой киевлянин, имя которого осталось неизвестным. Юноша умел говорить по-печенежски. Взяв уздечку, он незаметно для врага вышел из города и проник во вражеский лагерь. Здесь он у каждого встречного спрашивал, не видел ли кто его коня. Так он все ближе и ближе подходил к Днепру. Затем храбрец бросился в реку и поплыл к русскому отряду. Утром печенеги увидели, что к ним приближаются ладьи с русскими дружинниками. Принимать бой кочевники не стали и отошли в степь. Киев был спасен. Но спас его не Святослав, а малый отряд воеводы Претича, который печенеги приняли за главные силы князя. Когда в Киев прибыл и сам Святослав, мать, княгиня Ольга, упрекала его. Зачем бросил свой народ, оставив столицу беззащитной? Но Святослав не чувствовал вины. Мыслями он находился в Болгарии, богатой стране, средоточии торговли между Византией и Западной Европой. «Князь прямо говорил Ольге, не любо мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей». Святослав был готов отправиться в обратный путь, но мать сумела остановить его. Ольга уговорила сына не покидать город, пока она жива. Она снова предлагала сыну принять греческое православие. Но Святослав лишь отмахнулся. Эта мудрая женщина много сделала для того, чтобы Русь стала сильным государством. Но, пожалуй, главным делом ее жизни стало принятие православной веры. Веры, которая вскоре преобразует языческую Русь, но к которой ее сын так и останется глух. Ольга завещала похоронить себя как христианку. Она запретила устраивать языческую тризну с песнями, плясками и военными состязаниями. Святослав не посмел нарушить ее волю. Похоронив мать, князь покинул Киев. Теперь уже навсегда. На Руси остались править трое его сыновей. А Святослав вновь отправился на Дунай в надежде превратить Переяславец в свою новую столицу.
В случае успеха под власть древнерусского государства перешли бы самые оживленные торговые пути. Это могло на века вперед обеспечить Руси процветание. Но Святослав понимал, чтобы удержать за собой Болгарию, ему придется сразиться с самой Византийской империей. Он шел в главный поход всей своей жизни. Тем временем в самой Византии было неспокойно. Супруга императора, царица Феофана, и ее возлюбленный военачальник Иоанн Цимисхий замышляли дворцовый переворот с целью свергнуть Никифора Факу. Заговорщиков поддержала византийская знать. Многие были недовольны императором, который, пытаясь деньгами и хитростью приручить русского князя, преподнес империи нового опасного врага. Любовник императрицы Цимисхий лично убил Никифора Факу и через несколько часов уже восседал на его троне. Спустя несколько дней он избавился от сообщников, приказав арестовать их, а императрицу Феофана отправил в ссылку. Но вместо славы и почестей новый император получил множество проблем. Оживились враги Византии на Ближнем Востоке и в Европе. Да и внутри страны не всем пришлась по душе такая смена правителя. Назревали бунты. Ко всем этим трудностям прибавилась еще одна. Над границами империи нависла угроза со стороны Болгарии. Святослав не собирался передавать завоеванную страну под власть Византии, как некогда обещал прежнему императору Никифору Факе. Более того, вместе с болгарами он планировал разгромить византийское войско. К армии Святослава присоединились венгры и недавние враги – печенеги, которых было нетрудно соблазнить обещанием богатой добычи. Святослав отправил в Византию послание с угрозой взять Константинополь. «Хощу на вы идти и взять и город ваш». Решающая битва произошла у крепости Аркадиополь, от которой открывалась прямая дорога на византийскую столицу. Но к этому времени Иоанну Цимисхию уже удалось собрать войско, численно превосходящее силы Святослава. В X веке основу византийской армии составляли крестьяне, которые получали за свою службу земельные наделы и освобождались почти от всех налогов. Это всегда готовое к бою ополчение обеспечивало Византии полтора века успешных войн. Кроме того, император располагал личной гвардией. Остальное войско делилось на псилов – легкую пехоту, скутатов – тяжелую пехоту, трапезитов – легкую конницу и катафрактов – тяжелую конницу. Катафракты были главной ударной силой византийской армии. Атака этих всадников, закованных в броню с ног до головы, сметала практически любого противника. В самом начале сражения печенеги, входившие в состав армии Святослава, попали в ловушку, которую им устроил византийский полководец Варда Склир. Конница кочевников была уничтожена одним ударом. Этот разгром настолько потряс русских и их союзников, что и они не смогли устоять перед византийским натиском. Святослав отступил от Аркадиополя не в свою столицу Переяславец, а к стоявшей на Дунае крепости Доростол. Переяславец защищал отряд воеводы Свенкеля. Первая битва была проиграна, но о возвращении в Киев князь не желал и слышать. Войско Варды Склира вернулось в Азию, чтобы спасать императора от нового бунта, а сам Иоанн Цимисхий попытался договориться со Святославом. Император предлагал князю мир. Свенельд чувствовал, что это предложение следует принять. Он видел знаменитых всадников-катафрактов в бою. Сил, чтобы сразиться с ними, у князя не хватит. Однако Святослав не желал соглашаться на мир.
Цимисхий начал стягивать войска к болгарской границе, а саму страну наводнили византийские шпионы. Императора беспокоил очень важный вопрос – перекрыты ли русскими проходы через Балканские горы? Разведка донесла – путь свободен. Поначалу ромеи даже не поверили в такую удачу. Византийская армия прошла через горные перевалы и подошла к бывшей столице Святослава, городу Переяславцу. В столице находился болгарский царь Борис II, но организатором обороны был русский воевода Сфенкель с небольшим отрядом киевских воинов. Византийцев встретило яростное сопротивление, но их было больше. Воины Цимисхия преодолели крепостные стены и ворвались в город. Горстка последних защитников Переяславца во главе со Сфенкелем заперлась в царском дворце. Цимисхий приказал поджечь здание. Когда дворец уже пылал, воины Сфенкеля вырвались наружу сквозь дым. Опять закипел жестокий бой, в котором полегли почти все русские дружинники. Лишь самому Сфенкелю и нескольким его воинам удалось прорваться к крепости Доростол, где находился с основными силами Святослав. Здесь, в Доростоле, Свенельд держал с князем совет. Это была хорошо укрепленная крепость, но вести сюда приходили тревожные. Болгарские города один за другим переходят в руки императора. Немногочисленные русские отряды отступают к Доростолу, почти не ввязываясь в бой. На помощь болгар и венгров русскому войску полагаться не приходится. После поражения под Аркадиополем этих ненадежных союзников словно ветром сдуло. К Доростолу приближалась вся армия Цимисхия во главе с императором. И Свенельд советовал уходить в Киев. Пока весна, пока не станет лед, на Днепре еще можно прорваться. Но Святослав верил в победу и решил принять бой. Византийская армия подошла к стенам Доростола 23 апреля 971 года. Русские воины ждали врага. Прикрывшись щитами, они выставили вперед копья. На мгновение ромеям показалось, что перед ними выросла стена. Византийцы пошли в наступление. Русичи отбили его. Император приказал атаковать еще раз. Святослав со своим войском отразил и этот натиск. Уже подступала ночь, когда Иоанн Цимисхий собрал всю свою конницу, включая личную гвардию, и во главе войска бросил ее в бой. Только тогда измученные русские дружинники начали отступать. Сил на то, чтобы преследовать их у византийцев, уже не оставалось. Русичи укрылись за стенами Доростола. На следующий день византийскому императору предстояло решить, начинать ли штурм крепости. Некоторые военачальники, воодушевленные скорыми победами в других частях Болгарии, так и предлагали поступить. Цимисхий приказал привести лазутчиков. Те сообщили, что Святослав готовится к обороне, а его воины не растеряли бодрости духа и готовы биться до последнего. Взвесив «за» и «против», император решил взять Доростол измором. То, что ромеи не кинулись на штурм, было дурным знаком. Что такое осада, знали и Свенельд, и сам Святослав. Голод, жажда, смертельные болезни. Нет, так бесславно умирать русичи не станут. На совете было решено наутро еще раз выйти из города и драться.
Дружинники во главе с князем покинули крепость и построились для атаки. Византийцы ударили, как только заметили врага, и прижали русских к стене. Отбиваясь от вражеских мечей, Свинельд видел, как один за другим падают его воины. Святослав приказал трубить отход, и русские вновь отступили за стены Доростола. Всю ночь в крепости горели костры. До ромейского лагеря доносились воинственные кличи и жуткие завывания, которые издавали язычники. Русские дружинники оплакивали погибших воинов и предавали огню их тела. Тем временем византийская армия усиливалась. На Дунай прибыл императорский флот и отрезал войску Святослава путь к отступлению через реку. На стороне Цимисхия было и техническое превосходство. Он располагал специальной осадной техникой, а также греческим огнем. Греческий огонь – легко воспламеняющаяся смесь, точный состав которой сегодня неизвестен. Автором изобретения считается инженер и архитектор Калиник, который придумал специальные приспособления, позволявшие выпускать струю пламени на большое расстояние. Первоначально применялся на флоте. Позднее появились устройства, позволяющие применять горючую смесь в сухопутных боях. Кроме того, византийская армия имела на вооружении камнеметы. На осажденный Доростол беспрерывно сыпался град камней и летел греческий огонь. Воины Святослава погибали от ран, горели живьем, но не сдавались. Время от времени они совершали вылазки, пытаясь уничтожить боевые машины ромеев. В одном из рейдов погиб воевода Свенкель, который не так давно вырвался из горящего Переяславца. Шел второй месяц осады. Защитники Доростола держались. Сражаться становилось все труднее, съестные припасы заканчивались. Пополнить их в окруженном врагами городе было негде. Если Святослав ничего не предпримет, его дружине долго не выстоять. Князь собрал своих воевод. Часом ранее он говорил со Свинельдом. И на этот раз старый наставник Святослава не возражал. Воевода согласился с решением князя прекратить все вылазки и дать ромеям решающий бой за городскими стенами. Воеводы молчали, обдумывая предложение своего правителя и оценивая свои силы. Но тут Святослав произнес слова, которые поставили точку в этом совете. «Мертвые сраму не имут», — так говорил тот, кто привык рисковать жизнью и не раз смотрел смерти в лицо. Так говорил Русич. Ранним утром киевская дружина вышла из крепости. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли об отступлении, князь приказал закрыть у всех за спиной ворота Доростола. Русские пошли в атаку. Битва продолжалась полдня. Казалось, удача улыбнулась Святославу, и победа близка. Лишь удар тяжелой конницы спас ромеев. Но русские дружинники не дрогнули. Не побежали они, когда им в тыл зашли резервы византийской армии. Окруженный со всех сторон Святослав не складывал оружие. Византийским воинам помогла погода. Позже они сами называли это помощью свыше. Внезапно в сторону княжеской дружины подул сильный ветер, и вскоре началась песчаная буря. Ослепленные воины растерялись. Затем грянул гром и хлынул чудовищный ливень. Дружина побежала. К
конница ромеев гналась за русичами и рубила всех подряд. Теперь шансов на победу у Святослава не оставалось. Князь начал переговоры с Иоанном Цимисхием. Он прибыл на встречу с императором в лодке с небольшой группой воинов. Все они были одеты в простые белые рубахи, без доспехов и оружия. Святослава узнали с трудом. От простого дружинника он почти ничем не отличался. Переговоры продолжались недолго. Цимисхий согласился не препятствовать русским в возвращении домой и пообещал обеспечить их продовольствием. Святославу пришлось признать права Византии на влияние в болгарских землях и вернуть крепость Доростол. Торговые отношения между Восточной Римской империей и Русью были восстановлены в прежнем объеме. Причем киевский князь обязался не предпринимать новых войн против Византии. Восточная Римская империя присоединила к себе большую часть Болгарии, а ее царь Борис сменил царский титул на звание византийского вельможи. 4 года вел Святослав эту войну и полагал, что победа у него в руках. Теперь же вместе с уцелевшими воинами он покидал Болгарию. Ромеи сдержали слово и не мешали киевскому войску. Они даже снабдили князя запасом хлеба, которого должно было хватить на обратный путь. Лишь небольшие отряды византийских всадников издалека присматривали за уходящей русской дружиной. Вскоре они навсегда скрылись за холмами. Но тревога не покидала Свинельда. Чутье воина подсказывало старому воеводе. За их отрядом кто-то наблюдает. Вскоре это ощущение подтвердилось. Один из дозорных сообщил, что рядом рыщут печенеги хана Кури. Ладьи прошли Черное море и вошли в устье Днепра. Здесь русичи столкнулись с серьезным препятствием. Уровень воды в реке сильно упал. Пройти обмелевшие пороги беспрепятственно, да еще и под угрозой со стороны кочевников, было почти невозможно. Свинельд предлагал вернуться в Киев по суше. На варяжскую дружину, пусть даже такую малочисленную, хан Куря напасть остережется. Но Святослав не хотел бросать ладьи, раненых и захваченную добычу. Было решено, что в Киев с небольшим отрядом отправится Свинельд, а князь и оставшиеся воины останутся зимовать на порогах до весеннего полноводья. Уже наступала осень, когда два соратника простились. Старый и молодой, воевода и князь, мудрость и боевой пыл. Свинельд еще раз обернулся на Святослава. Тот стоял в белой рубахе, глубоко задумавшись. Размышлял ли он о новых военных походах? Мечтал ли обосноваться в Киеве? Или думал о том, что христианский бог, бог его матери, оказался сильнее языческих богов, когда отнял у него победу над ромеями? О судьбе своего князя Свинельд узнал не скоро. Зимой в русском лагере начался голод. Святослав вместе со всеми ждал весны, когда придет большая вода и можно будет сесть на ладьи. Когда лед начал сходить, корабли двинулись в сторону Киева. Но на днепровских порогах их поджидал большой отряд печенегов. Почти все воины князя, изможденные тяжелой зимовкой, были перебиты. В этом бою погиб и сам Святослав.
Рассказали об этом несколько уцелевших дружинников, которые добрались до Киева. Позже говорили о том, что печенежский хан Куря повелел обезглавить тело русского князя и сделать из его черепа кубок. Говорили и о том, что напасть на Святослава Курю подговорили все те же византийцы. Они боялись русского князя, даже после победы в войне. Князя, который в 4 года метнул боевое копье во врага. Князя, который разгромил могущественных хазар, завоевал Болгарию и который не побоялся бросить вызов самой Византийской империи. Князя-воина Святослава Игоревича.